Ах, как хорошо тут сидеть. Ну, да. Хорошо. И какие-то мысли грустные наливаются. Идешь и вот думаешь, вот когда-то кто-то здесь, ну, кто-то приходил сюда, молодые, пожилые. Было по воскресеньям, по праздникам, говорят, очень много народу здесь присутствовало. Со всех концов ближайших деревень, кто был у нас католики, литовцы, приходили сюда. Живете рядом с развалинами костела. Может, привидения водятся? Да нет тут привидений никакого. Что-то нормально. Мне наоборот, уже зашита такая стоит. Мне нравится. Так не мешает никому. Как бы его вот подделали, красивее стал бы. Тогда бы интереснее было бы. И что? Вот здесь стоял дом ксёнза. Рядом, вместе с ним жил, ну, диакон, допустим, так будем говорить мы. И он уже очень-очень слаб был. Когда он лежал, последние его слова были: «Возьмите злато». И умер. Где это злато, до сих пор никто не знает. Но ищут. Но ищут, стараются искать. Все перекапано около костела, дальше перекапано. Даже версии такие, что ход есть под костелом какой-то. Никто пока его не нашел. А в каком-то году было вот это, когда мы тогда... Лет 10 назад. Да, наверное, так. Вот на территории вот этой усадьбы во время перепашки осеннего огорода парень, который перепахивал, он нашел чугунок этот. Попробовал, оно тарахтит что-то там. Ну, думали, что более интереснее там. Ну, да, да. Ну, покуда он доставал, половину посуды побил. Чугунок тут еще есть, где-то валяется. А посуду эту отдали в музей. Вот такая история небольшая. Зеленый пункт, я не знаю. Такие фиолетовые цветочки, да? У меня таких-то шустрых есть. Вначале надо любить природу и любить ту страну, где ты живешь. И маленький уклад. Цветочек посадил, он радует себя и радует людей. И хорошо и людям, и себе. И если каждый посадит хоть чуть-чуть цветочки, и возле дома будет красиво, и будет приятно всем, и наша страна намного станет красивее. Шарик! 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 Год назад, в августе, я и мои учащиеся, мы пришли сюда с лопатами, со щетками, очистили свыше 400 камней, там 476 камней по описанию. 200 лет этих людей уже нету, а эти камни, они сохранили память о тех умерших. То есть нам прочли, перевели иврит на русский язык, это под впечатлением, что вот история и камни действительно смогли заговорить. Вот камень. Так, сейчас вам скажу. Имя захороненной Эльма. Имя отца Танхум.
1929 год, дата захоронения, молодая девушка. Как можно не любить ту деревню, которой прошли все сознательные годы? Вырос, женился, молодые семьи появились, рождаемость немножко увеличилась. В этом году не сильно, вот в прошлом году у нас родилось 11 человек. Поэтому это уже радует, что мы живем, мы развиваемся. Джек, на. Ты мой хороший. Дай, Джек, на счастье лапу. Ну, давай. Молодец. Ты мой пес хороший. Умница. Тихо. Обана. Муж дом строил сам. Начали мы его вообще без, как бы самостоятельно строить. А ну уже, когда появилась вот эта вот господдержка, когда трое детей, потом четверо, пятеро, и вот, то мы взяли льготный кредит, и этот дом построили, уже вот достраивали благодаря этому льготному кредиту, конечно. Девочка, вам нравится жить в новом доме? Да. Mm-hmm. Что там самое хорошее? Там просторно. Да. Здорово. Ну, давайте скорей. Мама, мы пришли копать картошку. Я вас уже жду, скорей. Пока дождик, конечно, не началось. Расскажи, любишь картошку? Угу. Какую? Мятую и жареную. А мята это какая? Это пюре. А собирать картошку любишь? Угу. Правда? Угу. Нам у нее помощница растет. Любишь маме помогать? Угу. Молодец. Какой здоровый. Я хочу пожелать своей семье, своим сестричкам, всем жителям Рясны крепкого здоровья, хороших нервов, счастья, любви и всего самого лучшего.